Где? На жопу кто-то... На жопу пришли смотреть? Блин. Нет песка, я показала вам жопу. Алена, ты моя дочь, а в курсе? В курсе, спасибо. Тен. Ой, рак лайгме, тен. Так. Да есть вы пивохи, есть игроманы, пойдет и есть деньги проиграть. Да, то есть знаешь, если реально нету какой-то границы, то вообще смысл. Тем более, если, например, какая-то покупка должна быть, да? Допустим, ну там, милая, а давай купим в нашу семью игровой ноутбук. Ты будешь стримить, и я буду заниматься бизнесом. Я такая, давай посмотрим, давай. Я, например, в этом не до конца разбираюсь, а ты как мужчина должен больше разбираться. Можешь смотреть, да, или там, мило, давай там купим какой-нибудь там кухонный комбайн. Вот давай, не то, что взял деньги, пришел, купил, а что это такое? Да я купил. Ну, в смысле? Нет, все должно быть общее, общее, понимаешь? Вот такие дела. Да, Леха? Кайман. Слышь ты, блин, БМВ нормальные мужики. А если мужик бабки зарабатывает, нужно, чтобы равноправие в семье, нужно, чтобы было равноправие в семье. Говори, Лёх. Я не поняла. Что этот мужчина этот некультурный так выражает себя? Как вот этот гопник с подворота? Не, ну вы видели? Вы осуждаем. Как ты стала такой бройлер на ненастоящий? Да это все эти мужские гормональные препараты, стероиды. Вкалываю в ягодицы, в бицепсы и в живот этот гормон роста, да. Расту, как курица на дрожжах, занимаюсь, можно даже в зал не ходить. Сразу вкальнула себе и сразу плюс 5 килограмм мышечной массы, я тебе серьезно говорю. Отвечаю. И надо обязательно этими захавывать анаболиками в таблеточках таких, знаешь, что-то закидываешь анаболик 10 таблеточек. В жопу вкалываешь тестостерон, там трунобалон в мышцу, в бицепс, и еще в живот гормон роста такой вкалываешь. Ну а как он? Только в живот вкалывается, конечно. Ну а что? Ну и что? И вырастаешь, это же спортивный этот, как его, профессиональный спорт. Она болит. Помедленнее записываю. Лучше проконсультироваться со специалистом. Я вам серьезно говорю, да. Круто. А где вы берете тестостерон? Я бы себе тоже вколола. Тестостерон выписывается по этому рецепту от врача. На рофлит, если что. Если бы девушка что-то потребляла, у нее голос меняется сразу. Блин, ну мне кажется, это понятно, что я рофлю. Я не знаю, кто-то, может, поверил, что я реально это делаю. Ну, блин, ребят. Там, короче, когда даже девушка чуть-чуть начинает какой-то фигни употреблять, у нее сразу меняется голос. У нее становится вот такой вот голос. Ты подходишь, и там реально мужик такой говорит. Во-вторых, у нее... Черт, вот, блин, она такая мужиковатая становится, вот, реально, вот видно. Вот это вот то, что девушка, которая в зале сегодня была, вы смотрели, которая говорили, то ли мужик, то ли баба, непонятно. Вот это же она использует вот эти вот гормоны, да. Понял. Тигра, вот ты прям как правдоподобно голос изобразила. Ну так я могу любой, можно, например, там какой-нибудь детский голос, например. Не знаю, мне что-то сказать надо. Там, мы сейчас сидим с Каринкой и общаемся с вами. Знаешь, вот что-то такое, или просто свой голос. Или такой басистый голос. Привет. Привет, девчонки. Привет. Что-то малой Коля пришел. Да, малой Коля пришел. Мама, мама, приветик. Покорми меня, пожалуйста. Верни-то детские. Да ну я обычно, знаешь, его юзала, когда этот переводила игры.
Все просят випку, а я сапку. Шейхи гифтоните сап. Сегодня я пожилой повелитель. Всем хай. Можно, знаешь, как прочитать. Сейчас. Не знаю, мне, знаете, я когда это делала, мне кажется, иногда получалось, иногда нет. Не знаю, мне надо что-то прочитать, что-нибудь напишите мне. Ты звучиком занималась, иди на стримах, просто титры читала, просто титры читала. Привет, привет. Какого года не комп? 2019 года, конечно же. Какого еще? Ты посмотрела личку? О, нет. Ты попала в гетто? Нет, dance, dance, oh yeah, dance, oh, dance, oh. Она дома, она дома. Прям как в сказке, две девицы у окна мяли ниток дофига. Что за рейд? Какой рейд? Вообще никаких рейдов. Лолечки мои, кто мы лолечки? Чё мы лолечки? Абсолютно не лолечки. Ой, как, please don't spam this emoji. А что за эти? Привет, родная, привет. Как дела? Блин, одни смайлики определяются, другие нет. Так вот, шо? Баки, какие баки? Не поняла вообще, о чем ты. Только у меня проблема с чем? Ален, выбирай. Выбибай боба или пупа и... Пипа. Ой, сейчас. Пупа и лупа. Лупа, хоть не за лупа, спасибо. Нет, что-то есть еще варианты. А ну, озвучьте, пожалуйста. Все варианты. Да. Озвучьте, пожалуйста, весь список нам. Квай. Квай. Здравствуйте. Если вы до сих пор думаете, что Сака самая... Так. А что это ты написал мне? Здоровить. Для тех, кто не был раньше воежен, пока может свои планы. Ага. Спасибо. Так, это как кулинарный стрим у Мия Халифа. Это та, которая порно-актриса, понятно. Текст для детского голоса. Ты, блин, хочешь, чтобы я сделаю его, да? Капец. Сейчас эти пацаны пройдут, а то я стесняюсь. Они второй раз идут. Да. Надо, бляха, доставать баллончик. Ах, это не-не. О, пронесло. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Кататься? Ну, поехали. Ага. Сейчас я задвину. О, почти видно. Судя по звуку, там от восьмерки на крабе. Ты что, офигел? Нет. От восьмерки. Да? Нифига себе. Крутя. Как дела вообще? Все классно. Покатаем в волк. Волкин Мазда. Да. Да, везде. Короче, мы сегодня с Кариной смотрели карту покрытия. И вообще по Луганск, ну вообще, то есть Северодонецк, Лисичанск, вообще классно было.
если это Лексы фоткалась, да. Да, какая. Так я ее вам вчера и показывала. На Лексу. О! Опасно.